Пару слов о сегодняшней игре. Ну что, ребята, в принципе, уже, я думаю, подустали к концу сбора, потому что все-таки сегодня уже 11-й день, даже, по-моему, и поэтому я, в принципе, хочу сказать, что мы играем против хорошей команды, которая регулярно играет в Лиге Европы, которая, в принципе, организованная такая команда. Что касается нас, то в первом тайме мы имели преимущество, имели две возможности забить, но не реализовали. У белорусской команды не было момента в первом тайме, во втором тайме. Пошли замены с нашей, с их стороны, вот, и мы забили гол. В принципе, еще был хороший момент у Козлаускаса, он, к сожалению, промедлил с решением. А потом уже вышли совсем молодые ребята у нас, и стали моменты возникать. Был момент у наших ворот, после чего Шахтер сравнял счет еще раз. И я думаю, что, в принципе, мы сейчас закономерный результат, мы были лучше большую часть времени, но... Еще хочу сказать, хорошая команда «Шахтер» и хороший спарринг, поэтому могу только сказать, что, хорошие ребята с хорошим настроением провели игру, в принципе, по качеству. Первый тайм особенно мне понравился, и я думаю, что мы правильно двигаемся в правильном направлении. И еще раз, нас ждет еще одна игра с «Цервеной звездой» 6 числа, и после чего сбор будет закончен, дадим выходные. Отдохнуть ребятам надо, и после чего еще раз соберемся, тогда же продолжить работать. Нам еще надо много работать, чтобы добиться результата. Все?